Приветствую всех любителей вышивки, с вами Оксана Дереза. И я к вам сегодня с новинкой от фирмы Золотое Руно. Это для меня очень такая интересная новинка, мне очень нравится. Я давно искала для себя именно сюжет с гладиолусами, так как эти цветы очень любит моя мама, и мне хотелось сделать ей такой приятный сюрприз, приятный подарок. Да, у различных фирм есть. Не так уж часто встречаются эти цветы вышивки, но есть эти, но именно вот букет гладиолусов от Золотое Руно не оставил меня равнодушным. Посмотрите, какой получается шикарный, достаточно такой реалистичный букет. И я с удовольствием вам сделаю обзор этого набора. Итак, как всегда, у нас есть фирменная голограмма, которая гарантирует нам, да, подлинность набора. Вытаскиваем. Не так уж много я и шуршу, конечно. Прилипла у меня сейчас эта голограмма к купленному листу. Упс. Жалко, конечно, я осталась на этой. Ну, в общем, вы теперь сами убедились, да, что если уж откроешь набор от Золотого Руно, то бесследно это не останется. Итак, схема у нас состоит из 4 фрагментов. Давайте же посмотрим у нас, кто разработчик. Разработчик «Любимые цветы» называется набор, да, хотя для меня он букет гладиолусов. А вот это для меня сюрприз, потому что, вы знаете, я не вижу художника, кто разработал данный сюжет. И, по-моему, это первый раз, когда я не вижу. Но, тем не менее, размер работы будет 33,9 сантиметров, почти 40 на 25,8 сантиметров. И 60 цветов участвуют в вышивке. Вот так выглядит этот букет. Прекрасные гладиолусы всевозможных оттенков. Инструкция. Так, расположение у нас указан состав набора. В набор включено все необходимое. Канва 16. Цвайгард. Мулине производства Мадейра. Вышивать в смешанной технике. Сейчас посмотрим, что тут имеется в виду. И вот 4 фрагмента схемы. Дальше у нас ключ идет тоже на формате А4. И что имеется в виду здесь, смешанный с техникой? Крест две нити и полукрест две нити. Ничего другого я здесь не нашла. Ну, а значит, будет вышивать легко. Инструкция. Стандартная, как вышиваются стежки, как закрепляются, как подшивается бисер. Но блендов достаточно серьезное количество. Как вы видите, вот эта последняя колоночка, это все бленды. Схема. Давайте посмотрим. Тоже очень люблю схемы от Золотое Руно, несмотря на то, что они черно-белые, потому что они, как правило, крупные. И ну, во всяком случае, пока я еще не встречала. Может быть, я выбираю, конечно, такие сюжеты, но я пока еще не встречала сюжеты, где, допустим, было бы много одиночек. Здесь достаточно такие хорошие пятна цветовые, группа крестиков, как видите, да? Вот я вам часть схемы показываю, там, где цветы, там, где гладиолусы. Чтобы нам с вами было понятно, с чем предстоит иметь дело, вышивая данный набор. Вот как видите, вот поймала, не знаю, не уверена, что это, конечно, одиночка, потому что продолжение будет вниз идти. Итак, вот таких 4 больших листа. Верхняя часть букетов. Но мне интересно посмотреть сейчас, что здесь внизу. Ну да, вот видите, продолжение треугольничков идет внизу. Интересно. Ну, ваза и фон вообще легко будет вышиваться. Значит, все удовольствие от блендов мы получим с вами, вышивая именно сами гладиолусы.
Давайте посмотрим сейчас сначала на канву. Канва Вайгер. Так, у нас здесь буклет в наборе. Картины на канве. Я обожаю вышивать картины на канве. И сразу же я отвлеклась. Вот посмотрите, какой еще такой, я бы сказала, голландский такой букет, да? Тюльпаны, посмотрите, какие красивые тоже. Из разных серий. Угу. Итак, дальше у нас идет канва. Не очень большая, но, сами понимаете, размер работы тоже, я бы не сказала. Ну, такой средний размер работы. Там показывают, такая будет канва. Иголочка. Ну и давайте же разглядим с вами подробнее. Бежевого такого цвета канва. Подробнее разглядим цвета. А цвета, боже мой, ну просто, вот вообще, ну... Я не знаю, это море удовольствия можно будет получить. Посмотрите, какие все бирюзовые. Я обожаю бирюзовые оттенки. Просто невероятно. Все оттенки розовые, голубые, зеленые, фиолетовые, да? Так, три органайзера у нас. Посмотрите, какое количество цветов. Я бы не сказала, что сильно большое количество ниточек на органайзерах находится. Но для фона побольше. Вот. Нарезка стандартная. Но я нисколько не смущаюсь от этой нарезки, потому что я на 16-й канве вообще не вижу проблем для закрепки ниток через середину клеточки. Вот. Тем более, когда вышиваешь блендами, не надо тебе это ничего будет нарезать дополнительно. Вот. И у нас еще один. Смотрите, какие цвета. Ой, ну вышивать должно большое удовольствие. Так как я поняла, что вышиваю вот красавец, я поняла, что я обожаю вышивать яркими цветами. И очень понравилось вышивать мне цветы. Вот этот набор доставит удовольствие я не только моей маме, когда подарю его, но и мне, когда я буду его вышивать. Посмотрите, какие цвета. Просто вот море цветов. Такие яркие. Целая радуга. Очень красиво. Должна сказать, что мои любимые цветы розы, тюльпаны и сирень. Но вот эти гладиолусы, этот букет очень красив. И мне очень нравится, я с удовольствием буду его вышивать. Ну, вот таким у меня был обзор набора, который называется «Любимые цветы». Я бы назвала его «Любимые цветы моей мамы». Я желаю вам легких крестиков, волшебных сюжетов, получать удовольствие от своей работы. Надеюсь, видео вам было интересным и полезным. Пока-пока. Ваша Оксана Дереза.